Предлагаем вашему вниманию четырехтактный мотоцикл Irbis TTR с объемом 125 кубических сантиметров. Это так называемый питбайк, мощный мотоцикл небольшого размера, предназначенный для развлечений за городом или на специализированных трассах. Он идеально подойдет для обучения навыкам вождения двухколесных байков. На хорошей дороге он с легкостью разгонится до 90 км в час. Irbis TTR оборудован внедорожными шинами, колесами 17 и 14R, защитой двигателя, ручным сцеплением и неприхотливыми дисковыми тормозами для обоих колес. Имеется электростартер. Особая гордость – это надежная и качественная подвеска. Внешнее исполнение ТТР тоже не оставит вас равнодушными. Необычная рама «Птичья клетка» окрашена в яркий цвет. Большая редкость для питбайка – фара головного света. Все это не оставит сомнений при выборе данной модели. Наслаждайтесь движением и удачи на дорогах!